Ужин был просто великолепный, и я решила все шлифануть маленькой низкокалорийной конфеткой. Марин прислала. Кстати, нам очень понравились. Я что-то даже и не видела. Может быть, они где-то продаются, я не обращала внимания. Напоминают Марс, да? Сейчас покажу вам. Там вкусные. Такая упаковка. Вот сейчас вот здесь название видно. Моя кружка моется. Видите, какая у меня классная сегодня? Коричневая. Бульгирия спит? Бульгирия. Чего я шутка? Прям кипяток. Надо было блюдце взять. Из блюдца пить. Мы завтра едем утром на рыбалку. Я рада. У меня новая удочка. Мы ее даже не распаковали еще. Мне пришла удочка с Китая. Мы ее еще даже не распаковали. Распакуем. О, так это еще удочка, это вообще фигня. Мне пришла коптилка. Я все смотрю на Виталика, как он на меня смотрит. Нам коптилка пришла. И завтра я вам ее покажу. Это огонище, а не коптилка. Ну, по фоткам была. Я ее еще не распаковывала. Я же ее выбирала по фотографиям. Мне сегодня вечером ее приперли. И я держусь ради вас. На природе распакуем. Даже мне отнесли в машину, чтобы она у меня перед глазами не маячила. Чтобы мне не хотелось, руки не чесались. Коптить будем свинину, крылья и курицу. И то, как я буду солить на природе. Вам покажу, как я это буду делать. И еще, что мы там будем делать? Аджапсандал. Ну, что-то если рыбу поймаем, может еще и рыбку закоптим. На что я очень сильно надеюсь.